традиционной математической конференции подарить слово гостям. Андрей Макинов будет читать. Андрей Николаевич Мсков. Андрей Николаевич, вам слово. Хорошая игра, хорошая, быстрая игра. Команда соперника показала быстрый, техничный, комбинационный хоккей. А с ребятами перед игрой переговорили, отказались от игры, от обороны. Переговорили, что надо двигаться так же, как соперник, не давать готовить атаки. Ребята выполнили всю установку. Правда, много удалений. Спасибо Вове, мощному вратарю нашему. Почистил за ребятами где-то, ребята почистили. Бойцовская хорошая игра. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, после крупного поражения «Динамо» тяжело ли было настроить ребят на игру со «Сканевой»? Скажем так, вчера отказались от вечерней тренировки. Посмотрели период первый, который мы полностью проиграли «Динамо». Сделали выводы, ребята поговорили между собой и сегодня отдались полностью игре. Еще вопрос по второму периоду. Практически весь период провели в обороне. За счет чего, на ваш взгляд, удалось сдержать натиск армейцев? Сыграли строго, сыграли по своим местам, где-то были ошибки, почистили друг за другом. И была сегодня команда. Сможете как-то выделить основные компоненты, за счет чего удалось, так сказать, дожать, пережать и оказаться впереди? Скажем так, не проиграли скорости, сыграли в тот же хоккей, как и играет «Сканева». Я думаю, они маленько были, может быть, не готовы, думали, что все равно команды рассматривают друг друга перед играми, думали, что мы уйдем в откат. Я думаю, что оказалось неожиданностью, и нам, скажем, повезло. Я могу отметить очень эффективную игру в меньшинстве. Как-то очень много уделяли внимания отработке этого компонента. Меньшинства у нас получается очень много. И, скажем, отработка идет в играх. Даже не столько на тренировках, сколько в играх. Ребята ловят на себя шайбы, играют строго. Постарались сегодня сыграть строго на пятаке. Получилось, что выиграли. Ну и в целом смог соперник чем-то сегодня удивить? Я говорю, техничные ребята, быстрые. Игра вашего питерского хоккея, она всегда быстрая, наглая, мобильная. Спасибо моим ребятам, что они смогли в это. Спасибо, с победой. Спасибо. Спасибо вам.